Нам трудно воспринимать товарищей в группе, видеть их как кто-то посланный Творцом. Это вносит часто всякие споры в группе. Трудно воспринимать людей на более низком уровне. Это... И я хотел спросить, как вы сказали, что нужно возбуждать внутренний хисарон, и как же человек может только за счет отмены свыше, чем собственно отмена. То есть все остальное, если ты хочешь получить, тем, что ты отменяешь себя, ты прилепляешься к Высшему. Тем, что ты еще к тому же начинаешь отменять себя свыше этого отмена, в сокращении, и этим ты создаешь с ним связь. Ну, не знаю, как передать. Вы можете это объяснить по отношению к товарищу? Это высший, и это нижний. Физические законы. И вот это совместная, объединяющая их часть. Как нижний пришел к высшему с помощью отмены? Отменил себя. Теперь, как он входит в высший, как он принимает от высшего? Все за счет того, что он еще отказывается от части. Он начинает как бы от своей плоти отрезать буквально слой за слоем относительно высшего. А как же иначе? И это называется 9 месяцев беременности. 9 месяцев. Так происходит развитие. Когда он заканчивает все до конца, целиком, тогда это называется рождение.